Здесь прием есть. Это пассажирский должен подъемник? Нет, это подъемник. А может, я не знаю, что за кнопка. Кстати, заметьте, 10 этажей меньше. 15. А мы зашли в другой подъезд, который здесь 15 этажей. Здесь в переменной этажности дом. То есть это же как в Василии, когда ты давно снимал. Ну, на Нахиме. Там тоже варьируется этажность от холма вот это вот. Ну тут там... Тем более, это мои первые самые лифты, которые снимал со звукоснимателем. Ага. Ну, то есть я называю рекордер его. Понятно. Микрофон такой вот необычный. Угу. С диктофона встроенным. Я понял. У меня все время вот в этом месте, вот, смотри на экране, да, вот да, здесь да. Вот так торчал пух. Понятно. И тогда другая камера была у меня еще. Ручная вот такая вот, которую вот так вот держишь. Ну ясно. Так. Panasonic RC160, по-моему. Ну понятно. Кто хочет, посмотрите эту модель. И потом посмотрю. Ладно. Это я зрительно много обращаюсь. Так, ладно, подписывайтесь сейчас на канал. Также сейчас... не забудьте колокольчик нажать и уведомить всех друзей о том, что и лайка поставить под это видео. А мы начинаем. Да, потому что на прошел. А, он отправляется. Я отправил. Снимем, что с балкона видно. Да, да, да. Здесь еще что-то другое стороны солнца. Да. Да, вижу, тут разные этажи еще этих домов. Да. Боюется она. Это в сторону как раз Истры. Туда. Ой, Истра? Нет, Икша. Икша? Нет, Истра вообще в другую сторону. Я оговорился. Да. А просто не знаю, где Малая Истра. Это по Рижскому направлению, если ехать. Да. И в сторону Риги. Да. Вызвал? Да, я же его отправил. Он отправляется. Нажми на первый, будь немедленно. Закрыть? Да. Потому что я пока сейчас этого единственное, что сделал в описании. Так, я задел. Шестотридцатник. Четырехсотник и шестотридцатник. Ну, они все такие. Первые шестьсот лифтов такие. В торговых центрах любят 3000 ставить, 2000. Да, там побольше. Иногда в жилых домах ставят побольше. Бывает такое. Иногда тонны я встречал, когда советские лифты еще были. У тебя ты тогда на вот это на Рублевском шоссе снимал. Это мой самый любимый выпуск. А, вот это, который сказал 23-й, вот этот? Я не помню. По-моему, этот как-то. Ну, по-моему. 400 какой-то там. Ну. Или 500 какой-то. Ну понятно. Это давно было, еще в 13-м, 14-м, 12-м году. Там 4 лифта, по-моему, в подъезде было. 2 с одной стороны, 2 с другой стороны. А, это в училище было, все, я понял. Такие же, с такими же лифтами. А там жилой дом был. Нет, это. Да? Нет, если речь идет 2 груза пассажирских напротив, да, пассажирских, это было, где я учился. Вообще-то было 2 в одной части подъезда, 2 в другой далекой части. Там коридоры были. Это на Кунцев, все, я понял, это с КМЗ лифтами, все, я понял. С КМЗ вот эти вот. Да, да, сейчас да. Сейчас стоит здесь. Да, правда. Да, вот, все. Закрылся. Так, ну все, поехали. Все, поехали.